В минувшее воскресенье на городском стадионе спортсмены и жители Фурмановского района открыли новый футбольный сезон матчем в рамках первенства Ивановской области между хозяевами поля, клубом «Восход» и гостями кинешемской командой «Волжанин». Перед началом игры глава муниципалитета Павел Колесников совместно с депутатом областной думы Дмитрием Ключеревым поблагодарили спортсменов за золотые медали чемпионата области по мини-футболу среди взрослых любительских команд, а также сделали неожиданный сюрприз – подарили набор профессиональных футбольных мячей. В ответном слове администратор футбольной команды «Восход» Сергей Хрушков поблагодарил руководителей Фурмановского района и депутата за оказанную поддержку и внимание. Спортсменам, да, хочется желать красивой игры, без травм. Дополнительно хотелось бы выразить благодарность Павлу Николаевичу Колесникову за поддержку команды. Поддерживает команду и финансово, и настраивает нас на матч. Поэтому будем стараться. С первых минут матча команды активно атаковали друг друга. Не успел судья-комментатор объявить составы играющих дружин, как возле ворот соперников уже кипели настоящие страсти. Игроки футбольного клуба «Волжанин» города Кинешмы отметили особый профессионализм наших земляков. Поэтому расслабляться на одном поле с ними, безусловно, большая ошибка. Соперники хорошие, ребята все молодые, сильные, бегут, высокие, рослые. То есть ребята хорошие. Думаю, легко не придется. Будем стараться, чтобы победить. А у нас вот начало спортивного сезона. Может, хотите что-то пожелать? Ну да, я желаю команде Фурманов, чтобы у них были хорошие спортивные результаты. И нам тоже желаем спортивных результатов нашей команде. В итоге в упорной борьбе победила фурмановская команда «Восход» со счетом 3-0. Начало уже положено. Впереди нашу футбольную дружину ждут захватывающие матчи. Верим в успех «Восхода» в этом спортивном сезоне и желаем удачи. Виктория Семенова, Валерий Кохов, Виталий Узгринько, телеканал «Фурманов ТВ».